Так, всім доброго ранку. Є можливість записати влог. Гарний ранок, багато сонця. Бажаю всього найкращого протягом доби. Всім підписчикам. Так, поїхали. Є питання. Я сам дивуюсь з себе. Закінчується предыдущий влог, да? Думаю, ну, мабуть, візьму паузу. Але появляются новые питания. Так. Продолжаю смотреть фильм, сериал по этому. Подпольная империя. О создании муниципального коммунального движения и самоуправления в Украине. Получается, мы полное подобие коммунальных хозяйств США и Италии. И государство устройства. США это вообще жесткая форма конфедерации, поэтому и все у них получилось. Но хочу похвалить мафию, что какие бы их ни методы не были страшные, ну а какие в нашей муниципальной власти методы я знаю изнутри, потому что я видел ту сторону, которую моя мама никогда не увидит, то мафия США построила интересное государство и правит до сих пор. Яркий представитель мафии, это человек, который себя неоднократно банкротил, получал сомнительные деньги из СССР в молодости, когда осваивал заброшенные кварталы Нью-Йорка, который постоянно участвовал в сомнительных секс-вечеринках, это Дональд Трамп. Просто в подпольной империи Наки, который главный, ну, создатель Atlantic City, Энох Наки, то Томпсон, то он более такой изощренный и умнее Трампа, ну, посильнее Трампа. Поэтому не всегда мафия плохо, и мафия всю жизнь есть. В США она просто вышла на бриллиантовый уровень. Вообще государство США состоит исключительно из мафиози. Так. Даже когда к власти шла демократическая партия во главе с Камалой Харрис и дедушкой Трампом, то вырванные годы, которые устроили темнокожее население и латиносы в США, так называемое BLM, тому же самому Трампу, то ну да, мафия свистнула и бандосы поехали. И самое либеральное законодательство по отношению к этому движению BLM и воровству до $1000, оно ж более развито в демократических штатах. Я тут с демократами никак не могу согласиться, что наши девочки-релоканты приезжают же из США, она нанимается продавщицей какой-то магазин и заходит, говорит, пара, берут сумки и идут. И все говорят, не трогайте их, не трогайте, пусть выходят. Я не могу этого понять. Ну да. Десятилетия Европа боролась с переселенцами-релокантами из Украины и США. Получить визу было крайне сложно. И в Британию в том числе. А поназовозили совсем других ребят интересных, которые абсолютно асоциальны. Я пока в Польше жил 3 года, я насобирал вот такой сегрегатор документов. Я каждый раз в 2 дня собирал какую-то справку. От старосты повиата, от еще чего-то. Он постоянно что-то собирал. Шел на подание, но это в госпиталь обследоваться. Сегодня вода, сегодня не Роменкова кава. За підтримку буду вдячний і є вдячний. І за файне спілкування. Лайків небагато, ну, нічого, переживу. У мене є така гра, рандомний Балашов. Зеленський запрещає грати в онлайн-казино, а я граю в рандомного Балашова. Зараз, раніше Балашов появлявся раз в неділю,
ну, в Ютубе. Сейчас появляется каждый день, бывает по 3 раза в день, по 3. И вчера он, ну, у него тема одна и та же, как побороть Зеленского. Вчера он занимался его имиджем, как он должен выглядеть, как они похожи на бригаду, сериал. И когда начинается у него комментарий, я где-то на 12 минуте захожу его в лого, то там идет постоянно российские форматы комментариев, флаги России. Я вчера очередной скрин сделал и запостил у себя в сообществе. Балашов этим не занимается. Правда, ради правды хочется сказать, что и Балашова, в его адрес тоже много оскорблений. И такого некрасивого характера. Но он вообще за чатом не следит. Вчера приводила Требушна, девушка-помощница Требушной, вела ВОГ, ей питание, что 400 миллионов гривен, ну это в целом по Украине, не только в СУ, проигрывают в онлайн-казино за день, за добу. Ну лучше бы эту сумму отправляли на закупку вооружения, если не хотите своим семьям их передавать, детям. У каждого игромана, лудомана есть родственники, есть мать, есть отец, пожилые. Они живут на пенсию 2500 гривен. Вам не стыдно? Повторюсь, когда наши спортсмены преступники, украинские спортсмены поголовно преступники, они рекламируют ФБ, начиная от небедного, усик отклеился, 1xBet вечно рекламировал, заканчивая всякими там дзюдоистами, ну, массово преступники. Ладно, там дзюдоисты, у них денег немного, повелись на эту рекламу. Но когда футболисты Шахтера получают там 50 тысяч долларов в месяц, вы еще ФБ рекламируете. Негодяи. Смотрел видео, наш там дурачок один выложил КТП, там где у него стояла установка военная, и туда прилетела российская ракета. Ну, за это надо садить в тюрьму. Потому что по фоткам с помощью интеллекта можно вычислить, где вы находитесь, да. Компьютер перебирает эти фото и находит быстро вашу релокацию. Из положительного на передке наши подразделения массово работают на дистанции. Россияне не выходят на позицию. У нас единственное, там наши вышли из Водяного. Ну, оно давно уже было под... Оно очень близко к Донецку. Там, где мы вышли, там нужно было выйти. Там разгоняется тема обвала фронта. Это бред, я его не вижу. Я человек, который критикует ситуацию, то есть я не человек, который оптимист там постоянно. Я не вижу вообще обвала фронта. У нас как бы там все правильно, мы делаем, все нарядно. Смотрел вот ролик, Shadow есть такое у нас подразделение. Они приловчились и выложили ролик, ну где-то штук 17 САУ МСТС набили. Каждая МСТС новая стоит, ну, 5 миллионов долларов. У нее башня из чугуна. А чугун это такое уязвимая тема. И стали не делать, потому что они должны работать с дистанции. И вот эти Shadow, они научились сделать какое-то БК мощное. А в заднице у МСТС находится, ну, много снарядов. Ну, там, где башня. И, в общем, она разлетается так, как ядерный взрыв. Ну, выстрел 152. Из приятного мы смотрели Ростов, терминал горел вечером какой-то. 1000 квадратных метров возгорания зернохранилища. Но стреляло так, что как бы не похоже было на зернохранилище. Какое-то оружие. И Елабуга, 1200 километров. Туда наши две Цесны улетели, три самолета. Но почему Цесна? Они ее сделали беспилотником. Потому что много можно взрывчатки положить. И
много заправить топливо. И они летели как гражданские самолеты и прилетели куда надо. Били они по общежитию, там где живут иранские специалисты, и по одному цеху попали. Ну, быть добру. И пролетели они, ну, для самолета 1200 километров, это не проблема. Тем более они летели ж по, не по прямому, они пролетели где-то 1500, наверное. Я об этом еще поговорю, я записывал тему эту. Из приятного, Романенко вчера вечером проводил влог про, ну, мы называли это в молодости, когда были необразованные самотыки, ну, как дети, хотя мы их никогда не видели. А сейчас это называется вибраторы, там, анальные пробки, вагинальные шарики, и тогда про, не, про эту тему вел передачу Романенко. Видите, у Романенко какой разброс по темам. Он поднимает актуально тему стоицизма в современном обществе, греческого такой, философии. И за цюком. И уже перешел на анальные пробки. Ну, получается, у него то в жар, то в холод. Он, получается, есть у нас такая вогеры, детям, девочки. Ну, они рассказывают про кунилингус, как правильно писю сосать, и это же они, ну, он залез на поле About, есть такая передача, три панянки ведут, дуже балование. Слышал выражение в фильме, говорит, это сутенер, говорит, ну почему сразу так, амбициозный молодой человек. Ну там, он когда был молодым, наки, он... Девочек бедных из нищих кварталов, чтобы они не пошли, не снаркоманились, подкладывал под старых дядь. Из плохого смотрел передачу «Дети Мелитополя», одели их в военную форму Российской Федерации. И на уроках НВП их учат убивать у, ну, нас, граждан Украины. Из хорошего, над Донецком вчера сбили самолет, истребитель Российской Федерации. 43% граждан Украины верят гадалкам. Поэтому там на днях Дмитрий Гордон подключил свои связи. У него раньше была кличка «Лысая гадалка». А сейчас «За мной Хрещатик, за мной Майдан», ТРО «Буковина». Ну, это очень много. Поэтому... У нас много подписчиков на Юрия Швеца, на Алексея Арестовича и на им подобных. Да. Там подписчик меня спрашивал, почему могут ли наши охотиться за Набибуллиной и другими членами кабинета министров Российской Федерации. И там всем фамилии украинских, кстати, в Кабмине Российской Федерации. Начинает красивой фамилии Приходько. И, кстати, этот же, по-моему, по маме украинец этот, который отвечает за Украину, Кириленко. Хотя у него фамилия, а по папе Израиль. Да, ну это сложный вопрос, ну как я могу фантазировать, можно ли охотиться за министром финансов Российской Федерации Набибуллиной. Еще спрашивал там рассказать про Терри Пуйоля, этот человек. Да про Терри там нечего рассказывать, это был капитан Челси. Сбаламушенный человек с трудной семьи. После победы мог пойти в центре танцпола со стриптизершами пописать под шестом. А Пуйоль — это добросовестная трудяга, который, в принципе... У него было три сердца, успевал как в нападение, так и в защиту. И они вот это играли вдвоем в паре с этим Длинным, у которого дедушка был вице-президент Барселоны. И если бы не Пуйоль, то тогда бы, может быть, и не было этой знаменитой Барселоны. Это человек с тройным сердцем. Они обычно не блещут техникой, но за счет объема движения, работоспособности вытягивают игру. Но я всегда бы хотел бы, чтобы... Ну, Пуйоль, он был похож на собаку Бобтейль. Есть такая у итальянцев.
или пули, такая кучерява, я бы его подстриг бы. Вот я всегда всех хочу подстричь чуть-чуть, но не имею права. Могу только поёрзничать. Из приятного. У нас, у меня, видите, у меня приятное и неприятное сегодня было. В Сирии погибло 7 высокопоставленных чиновников армии Ирана, а Иран – это враги. И из них 3 ведущих генерала. Иран собирается нанести какой-то удар, они поднимают флаг у себя там в мечетях каких-то и будут наносить по Израилю удар. В Израиле все испугались. Из приятного. Не знаю, может, для кого-то неприятно. Задержан полковник Шива. Ну, это уникальный молодой человек. Ему говорят, всего лишь 32 года. Мне казалось, что Шива 87 лет. Я про Шива уже слышу 3 года. Ну, это человек, который в 2012 году только пошел, поступил на службу в СБУ. Ну, это знаменитая ветка. Раньше она была знаменитая прокурорская ветка, харьковская. Практически все взяточники, коррупционеры в прокуратуре были из Харькова. И, ну, кто сталкивался со взятками, знает, что какие таксы у харьковчан, прокуроров, Ярослава Мудрого. Мама у него была завкафедра Ярослава Мудрого. Папа тоже полковник, мент. Но раньше такого не было. Я сам с семьи полковника КГБ СССР. То, чтоб ты с ментовской семьи пошел в СБУ, это просто нонсенс. Ну, Шива из ментов пошел в СБУ. Видите, у нас какое СБУ, что оно. Раньше же они гордились, что они голубых кровей. Ну, он молодой да ранее был. Мама завкафедрой юриспруденции, там, Татаров учился. Она с ним одну стенгазету какую-то или журнал вела. Потом Шива начал через лет 5 всплывать, как очень богатый капитан, майор. Его отправили бороться в контрразведку с кибербеспекой. Как пишет пресса независимая, он спутался с АБГ «Лужники», все «Энерджи», начал на них работать. И «Москвичей», ну это ФСБ, онлайн-казино под себя подмял. И у Шивы начали по всему Киеву появляться недвига, в пригороде Киева. Вот эти делянки, паркоместа, много квартир на тёще, на красивой жене. Но жена, как обычно, 90-60-90. На это никто не обращал внимания, потому что подобраться к Шиле невозможно было. Особенно Шила расцвел, он всегда был под руководителями СБУ нашего, все о нем знали, ну и получается, получали от него, как пишет пресса. И в администрации президента он был. И при том, что Бигус навел там шороху, доказал по документам, как Шила гребет деньги КАМАЗами, это не так, как, например, в каком-то ЦЦК кого-то ловят или на ВЛК с тысячей долларов. Не, миллионами долларов в неделю, наверное, как пишет пресса. И Шиву назначили из-за того, что сильно началось много критики и обнаружили бьюти-салонов в сеть по Киеву у Шивы. Его и связи обязательно с Российской Федерацией. Его назначили советником в администрацию президента. Тартаров. Татаров. Я не знаю, как его фамилия. Тартаров или Татаров? И вот сейчас, как пишет пресса, ухудшились отношения левой и правой башни ОП, или ОПы, как их называют. И у Ермака хорошие отношения с САП и НАБУ, они не совсем независимые. И Шилу арестовали. На Шиле негде клейма ставить. Ну, представьте, он сейчас полковник официально, за 10 лет такая яркая карьера. В мультимиллионера превратился. И когда у нас мультимиллионеры в СБУ закончатся, непонятно. Я же говорю, у меня, когда первый раз я общался с представителем СБУ, ну, очень важное задание было, очень важное. Ну, можно так сказать, что по-своему спас Днепропетровскую область от захвата. Ликвидировали того, кто был, должен быть Александром Захарченко. То ко мне навстречу приехал молодой парень, руководитель городдела, ну, большого, ну, такого среднего города. У него была уже тогда, в 2014 году, 645-я БМВ двухдверная. И одет он был, я шмоточник, хотя, видите, на видео так сижу, в худи бедной.
корейской. Он был одет, ну так, на десятку евро. Да. Ну да. Шива. Он назначил Шива, когда на него начали изгонения, ну, за ним занялось ФБР и ЦРУ, ну, НАБУ наше. Это же они под американцами. То он назначил, ему доверили контролировать украинскую железную дорогу, Укрзалізницю, там, где диджей Лещенко борется с воровством. И он назначил генерала Крицына какого-то контролировать его закупки. Как они проводили тендеры, как пишет пресса. Если был тендер на трансформаторы, у людей Шивы трансформатор, например, стоил 100 рублей, а у конкурентов по 70. Приходило от Шивы письмо Крицыну в УЖД, что нельзя проводить конкурс с теми фирмами, у которых дешево стоит этот трансформатор. Потому что это, возможно, они связаны с Российской Федерацией. А Шивина фирма, которая побеждала, у нее человек был гражданин Белоруссии, и трансформаторы были действительно с Российской Федерацией, только на 30% где дороже. И все. Ну а так, в принципе, пошили, мы заканчиваем. Интересно будет посмотреть за судьбой Шивы. Будет ли телефонное право со стороны администрации президента? Если президент будет спасать Шиву, то это будет некрасиво. Все люди, у нас же нету свободы слова, ну, в Украине сейчас, к сожалению, но есть свобода мысли. И мыслить мы это можем свободно. И многие люди будут недовольны, если Шиву начнут спасать. Но Шива это такой маленький винтик. В Италии бы ему язык бы развязали, и Шива бы рассказал, куда дальше КамАЗы ехали с деньгами. Вот это ваш Червинского судят, полковника СБУ, то его ж не выпускают, а выпустят ли Шиву. Он засудил атаку БПЛА на завод из виробництва шахедів. И внесла его, принаймні, в общем, они сказали, что нельзя бить по гражданской инфраструктуре, по громадской инфраструктуре. Но это ужас. Я же говорю, что, не знаю, вот если я фантазирую, если бы я был, не дай бог, президентом Украины, я бы сейчас вышел с ООН. Но от них никакой толку. Они постоянно нам что-то запрещают, резолюции никакие не проходят. Это сборище коррупционеров и взяточников. Да. Такие же самые бандиты, как и создали государство США. Надо выходить с ООН. Ну толку, вот Израилю толку. Им постоянно все запрещают в этом. Они осудили, что мы бьем по детям. Вот эти дети собирают по 100 килограмм взрывчатки, чтобы летело на нас. Сегодня Харьков целую ночь бомбили. Мои соболезнования. И нельзя бить по гражданской инфраструктуре. Это когда вот США предупреждают террориста Вадим Вадимовича о том, что на него нападут террористы ИГИЛ Хорасан. Если бы ИГИЛ Хорасан победили в России, то бы они предупреждали бы Мулу ИГИЛа Хорасан о том, что на них нападет Вадим Вадимович. Вот кто в меньшинстве, это террористы точно, а кто в большинстве, хоть и убийца, и маньяк, это не террористы. Вот такой у нас мир. Он осуждает наши удары по детям, которые собирают бомбы, чтобы нас убивать. И я смотрел вот эту же линию в Юлабы, и там действительно школьники лет 17 такие в очках сидят, то паяют. Я в 17 лет таким не занимался при Брежневе. Я начал влюбляться в девочек в 17 лет. Да. Что-то скрипит, если будет скрипеть, я извиняюсь, может иногда. Ну, люди сверлят, дом многоэтажный. Минобороны Российской Федерации сообщила, что после теракта в Крокусе значительно увеличилось количество желающих пойти повоевать на Украину. В Украину. Это Россия писала. Да. Ну, я говорю, что главная цель Крокуса была, проводила эту операцию ФСБ.
для того, чтобы побудить идиотов мобилизироваться против нас. Но они заканчиваются. Вот я как скептик, я первый буду говорить, там опасность, надо что-то делать, но они заканчиваются. Мы вчера видели видео 63-я бригада Российской Федерации, позывной «Мясник», как он говорит, комбриг, что если кто-то будет обратно бежать, открывайте огонь, чтобы они не возвращались. Кто на такое подпишется? Как говорит это, что привело мужа на этот на пункт комплектации в России. Сидел 2 года. Что сидеть дома без дела? Пойдешь, хоть йогуртницу мне привезут. Я поэтому делаю репосты постоянно таких жестких сбросов наших аэробомберов, чтобы россияне смотрели и понимали, что здесь не сладко, мягко говоря. О партнерах, об Антоне Ивановиче Блинкине, уроженце города Нью-Йорка, по-моему, но его родственники с Киева. Судно «Атлантик Навигатор-2» шло под Маршаловыми островами флагом из Российской Федерации и везли на 40 миллиардов долларов урана в США. Вот так США борется с Россией. Одно судно, у них же сделка была, на 40 миллиардов долларов. Да. И что они там где конфискуют? Как они будут с Россией бороться? Немцы задержали это судно, сейчас стоит. Ну, отпустят. Антон позвонит, скажет, ну, пацаны, отпустите. Как мы можем победить Россию, если Антон Блинкин покупает у них только одно судно на 40 миллиардов долларов? В случае победы Трампа из хорошего, ЕС хотят создать орган типа аналог Рамштайна и будут, ну, и будут с нами сотрудничать по программе аналога Рамштайна. То есть Макрон сейчас создает кабинет военный, что если приходит Алёта Поля рыжий, которого наши негодяи и подонки тянут в информпространство, о них я поговорю дальше. Вот я хочу спросить у господина Гайдая, потом вот этого человека, который берет интервью, Ковальчук, по-моему, да, Юрий Ковальчук, ну, хочет раскрутить свой влог у Балашова постоянно и других. А зачем это Табаха тянете в наш эфир? Заглавие Табаха, где наши деньги? Он, то есть он налогоплательщик США, он мурчит у нас, приехал. Он, наверное, в Украину приехал, потому что Гайдай у него в студии брал интервью. Он назначил Табаха этим президентом. Зачем вы рыжего этих ублюдков тянете сюда на эфир наши? Я вот Гайдая буду только постеры читать, что он говорит. Я Гайдая уже давно слушаю, очень интересный. Он не зря, что он с молодости работал в Российской Федерации. И постоянно нотки с России, ФСБ. Вот как слушаю Гайдая, и он это всегда перемешивает в салат. А в салате, знаете, горошину тяжело найти, потому что она перемешивается со всеми другими ингредиентами. И там думаю, ну ФСБ, ФСБ, ФСБ постоянно, эти перевыборы, выборы. Ему надо заработать деньги на каких-то новых перевыборах во время войны. Он хочет, чтобы деньги не шли все на мавики, а шли на выборы, чтобы Притула перестал заниматься дронами, а начал заниматься только выборами, потому что Притуле надо 7%. А Гайдай в это время заработает на очередных выборах, потому что он политтехнолог, он занимается выборами. И такие же самые про выборы у него речи, как у Дмитрия Медведева. Да. И потом начинают табахи появляться. Рассказывают о добром Трампе, не надо Трампа бояться. Трамп открытым текстом говорит Орбану на совещаниях везде. Украина не должна получить ни одной копейки денег. Только начинают падать рейтинги в отдельных штатах у Трампа. Говорят, вы на Украину сильно много крышите. Он начинает говорить, ну может кредит дадим деньги. И многие же рассказывают, ну, те, кто в спецслужбах, что, например, этот Любарский, они же под Манафортом сидят. Манафорт опять в окружении Трампа. А Манафорт тут многих политтехнологов знает. И когда появляется здесь Юрий Табах в этих, на эфирах этих хороших людей, в лапках, то нет никакого желания таких, как Сергей Гайдай, смотреть. Да.
И спасибо Макрону, что создает военный кабинет, потому что Трамп, от него ждать ничего хорошего не надо. Потому что если включить Гайдая у Киселева, Киселева часто берет себе, то он там какие-то пламенные речи о наших дронах говорит. А потом, хоп, у него опять появляется табах. Хорошую речь слушал в фильме там «Подпольная империя». Ронштейн был такой знаменитый мафиози, по-моему, Нью-Йорка. Он сам был из Российской империи. Что мне нравится в зоопарке, это решетки между мной и обезьяной. И когда ему приносили торт, он говорил: я слежу за своим организмом, а торт — это пища дьявола. Еще у него было любимое выражение: нет лучшего извинения, чем предложить мне деньги. Хорошую мысль у Шейтельмана услышал, был хороший влог Ващенко Брага у Шейтельмана, он был весьма органичный, ну, я считаю его, это агент Моссада, израильской разведки. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, ну, у него такая жизнь. Два слова скажу об этом интервью. Он сказал: что такое успех, это сколько в день я могу делать то, что хочу. А что обязан, это повинность. Прекрасные слова. Шейтельман, он уроженец Советского Союза. С молодости хотел отсюда уехать, я его понимаю. Уехал в Израиль, хотел в ЮАР. Он говорит: мама меня родила не для физического труда. Два дня поработал на стройке Израиля, сказал: это не мое. Я так понимаю, он сначала вербанулся в партию Натана Шеранского. С партией Натана Шеранского, это русское движение Израиля. Много людей оказались потом в спецслужбах Израиля, их там много служб. По эмиграции, там, ПТД, ПТП. Но я считаю, что его вербанули. Потом, когда он оброс связями и жирком, он уехал в Прибалтику, и там ему дали бизнес израильтяне. Потом его познакомили с Березовским, и он мутился в России долго. А теперь он перед второй фазой появился у нас в Украине. В чистом виде разведчик. Я его не слушаю, он очень обаятельный дядька, но он серфит и в основном под администрацию президента, говорит нашего. Позавчера, дня три назад, деда взорвали кого-то в Луганщине. Коллаборанта. Ну, сел в Ниву свою, им Нивы всем выдают. И разлетелась она. Ну, бывает. Из хорошего тоже смотрели мы все в Татарстане новый этот горел. НПЗ. Туда прилетела тоже одна Цесна. И в Курске что-то ярко летело. Они говорят, ну, горело. Одни говорят, что все сбили, но так как оно горело, видно, так попали, что мама дорогая. Я ж просто и по звуку ориентируюсь из опыта личного взрывотехника и визуального осмотра. Попали куда-то так ярко в Курске, что мама дорогая. Уряд продолжает выделять кошти на фортификации. Выделив новый транш 5,6 миллиардов гривень. Лишь бы правильно строили. Низкий поклон. Ваш покорный слуга, куда мог, писал, кого мог, подключал, мы расшевелили это. И слава Богу. Там вчера Юсов сказал, что на Харьков наступление отменяется, всем спать спокойно, это бред. Харькову надо готовиться в первую очередь. Из приятного 8 Богдан в месяц начали делать. Если это правда, если она с автоматическим досыванием снаряда, ой, выстрела. А я видел, как наши хлопцы носят на горбу у себя эти тяжелые 155-е выстрелы, то, ну, добрый путь. 8 Богдан в месяц – это круто, это очень круто, это мега круто. Инфлюенсер Китая, ну, там ютуб-блогеры очень много зарабатывают, вообще блогеры. Ну, не только в ютубе, они там тиктокеры –
везде на круг. Эта девушка, я смотрел ее влоги, ни о чем вообще влог. Но она налогов заплатила за тот год в Китае 13 миллионов долларов в эквиваленте. Просто поражаюсь с их невозможностей. Блин, круто. Ну и возвращаясь по этому Шиле, его взяли по принципу Аль Капоне. Кстати, он в этом фильме тоже показан. И Мэйр Ланский, и Аль Капоне. Ну там его взяли за что могли взять. Потому что Шилу можно раскручивать. Шилу в мешке не утаишь, да? Его можно раскручивать годами. Там меня спрашивали по Саонину, Марку Саонину. Ну, что я могу сказать по Саонину? Открываем Википедию, как он любит писать, я же словами автора. Его автобиографию, Марка Саонина. Родился 29 мая 1958 года в Куйбышеве. Куйбышев — это был закрытый город. Делали самолеты и все остальное. В семье иудеев. Папа Семен Маркович Саонин работал технологом на подшипниковом заводе, военном. Мама — преподаватель немецкого языка. Интересная семья. Мальчик закончил в 1975 году золотой медалью школу. Все золотые медалисты сразу попадают на карандаш спецслужб, особенно мальчики. Поступил в Куйбышевский авиационный институт военного назначения имени Королева, закрытый. По окончании которого работал в закрытом КБ. То есть закрытое КБ — это сразу идешь сотрудником КГБ сразу. Поэтому, кто Марк Саонин, ну догадайтесь двух раз. Как говорит независимая пресса, там у них есть такой оба управления на Степана Разина 37, ФСБ Российской Федерации по Самарской области. Марк Саонин там постоянно обитал. Благодаря людям со Степана Разина 37 Марк Саонин появился в окружении губернатора Самарской области Титова, очень влиятельного человека. И потом из закрытого КБ он начал ездить на всякие симпозиумы в Бостон, Вашингтон, Таллин, Вильнюс, Каунас. И потом потихоньку, я думаю, у меня так знакомый полковник ГРУ СССР Гоша Российской Федерации. Его релоцировали в Ригу. А этого человека релоцировали в Эстонию. И релокантам с КГБ, СССР, с ФСБ, им дают сюда фирму и тему, чтобы не, ну, было на что жить. И он открыл фирму и стал главным конструктором фирмы Пирохит ОУ. Да. Поэтому догадайтесь сами, но если вы не тупые, а я знаю, что мои подписчики не тупые люди, кто Марк Саонин? Какое у него звание сейчас? Я затрудняюсь сказать, надо ОРД лично, или личное дело смотреть. Ну, не маленькое звание. Я не знаю, где он сейчас, в Хайфе живет. Он перед второй фазой войны появился в Украине, но они многие появились в Украине. А теперь эвоцировался в Хайфу. Марк Саонин — это такой же самый Шейтельман, только я не удивлюсь, если Шейтельман работает на несколько спецслужб. Да. Поэтому Марк Саонин — это релокант. Да. Если ты крякаешь как утка, то ты и есть утка, да. Германия, низкий им поклон, выделила чешской инициативе 576 миллионов долларов, евро на закупку 180 тысяч артснарядов для Украины. Снарядов, оказывается, в мире очень много, но на них нам же нужно выделять элементарно деньги. Да. Поэтому те, кто проигрывает в онлайн-казино 400 миллионов гривен в день, вы можете помогать таким блогерам, как я. Либо, ну это в самую последнюю очередь. А в первую очередь покупайте в Пиве дроны, там Стерненко, Притуля, найти фирму военную нашу нормальную и туда донатить. Ну, с хорошей репутацией. В ЗСУ скоро заявится суперсучастная система нейтрализации беспилотников IP-3SV. Цена цієї установки 150 мільйонів гривень. Виробництво покрив першої установки Порошенко.
Петро Порошенко. Низкий поклон. Если она действительно работает, потому что наши хлопцы жалуются, что многие рыбы вот стоят на позиции, лишь бы стоять. И прилетают и ланцеты, и другое что-то прилетает. Ну, может, его перепрограммируют. Типа у нее успешный опыт работы на участке Авдеевском, и ланцеты, там где-то установка стояла, не прилетали. Если она себя хорошо зарекомендовала, то добрый путь. И Порошенко купит еще 3 вот такие установки. То, что он делает хорошее, я честно говорю, ну, спасибо ему. Он любит это с пафосом показывать, пусть показывает. Это ему нравится, пусть показывает. Я знаю, что это его слабость, этот пафос. Ну, если это в добрый путь, то только за. Смотрел неплохой влог Касьяна, выступал у Немыри. Немыри рекомендую. Я прошу донаторов, которые подписаны на Немырю, попросить, чтобы она переодела водолазку. Я даже меняю кофты. У нее одна водолазка на 87 лет. Она же жена бывшего министра иностранных дел, по-моему, да? Или Тимошенко в уряде. Одна водолазка. В общем, от Китая зависят по БПЛА все страны мира, включая лидеров мировых. Он говорит, что в ЕС вообще все плохо с беспилотниками, у них технологий практически нет. И Китай, ну, 80% деталей все идут с Китая. Хорошая была передача про знаменитую банду Сальвадора МС-13, которая добралась уже и до Испании в Европе. Кстати, в Испании вот этого летчика, алкаша, вертолетчика, убили россияне и из Макарова стреляли. Ну, он сам виноват, он ходил по барам полупьяный или пьяный, тусовался с российскими общинами и быстро его срисовали. То основная проблема этих банд Сальвадора, ну, если вы их принимаете каких-то релокантов, например, в США, да, то этих детей нужно брать сразу же на среду нормального воспитания. Вот по принципу Макаренко, как и в Советском Союзе, просто забирать из малоимущих семей и насильно воспитывать в духе нормального члена общества. А так они переходят непонятно как границу и живут, ну сразу же, у них там стиль такой, их набирают в банду с 12 лет. И поголовно эти МС-13, они малолетки. Я в тот раз записывал тему, не мог понять, там написано было «Оля и дедушка». Оказывается, Оля Полякова, наша певица, засветилась с каким-то поваром. Ну, я не смотрю вот эти передачи про поваров. И она с ним год жила, он выложил в соцсети это все личное. Я хочу осудить этого повара. Я никогда не верю в отношения Оли и дедушки ее Вадика. Ну, дедушка Вадик уже давно Вадик, дедушка. У мужчин после 50 лет падает резко тестостерон, ну, я по себе вижу. И ты уже не конь, уже аж никак. А Вадик и подавно. Вадик вообще пожилой, такой уставший. И понятно, что Оле нужно было, ну, как-то свою физиологию утолять. Она сейчас с Чичваркиным находится на Лазурном берегу Франции. И приглашают на ужин званый за 26 тысяч долларов ужин от одного человека. Я хочу предупредить Чичваркина и Олю Полякову, что к вам в один день придут Мышкин и Нарушкин с новичком, и вы так покушаете, что все сдохнете. Поэтому рекомендую лучше такие вечера не проводить. А вот этого мужика, который слил Олю Полякову, я считаю, это негодяй. Если ты замутил с красивой женщиной тыры-пыры, дикпики и все остальное, переписки фривольные, там секс, рок-н-ролл, а Оля Полякова говорит и наркотики, то пусть это останется вашим личным. Если ты это все вылил в публичную плоскость, то ты самый настоящий мурло. Если женщина вам ответила взаимностью, то будьте джентльменом. Забыл сказать про сына Есенина, он жил в Черновцах.
Этот, который математик, которого Хрущев положил в дурдом. И в Черновцах он напитался вольности. Продолжаю смотреть про НХЛ, про Торонто Мэйпл Ливс. И вот Торонто Мэйпл Ливс, они разрушают теорию Трампа о понаехавших. Хотя Трамп сам понаехавший. И они еще ехали, евреев не пускали в США, да. Я же рассказывал эти истории, Хава. В 45-м году не пускали евреев. И в 35-м, 36-м, 37-м. Вот капитан сейчас Липкин, по-моему, Детройта, да? А я смотрю сейчас по Торонто фильм «Все или ничего». Это такой цикл «Все или ничего» называется фильмы про Ювентус, Ман-Сити. Сейчас про Торонто. И у них защитник Зак Хайман. Ну, это иудей, который считается одним из лучших защитников НХЛ. А в нападении играет, по-моему, крайнего итальянец. Папа его с Сицилии приехал. Спеца. Рокко Спеца. Джейсон Рокко Спеца. Один из лучших нападающих сборной Канады. А к ним вот сейчас приехал в этом фильме пятой серии на обмен. Там у них есть такой дедлайн, когда можно дозаявить игрока для усиления перед Кубком Стэнли. Ник Фолини, тоже итальянец. Да, это была знаменитая такая семья. И есть Фолини, их не отец играл в многих клубах, был звездой НХЛ. И сын приехал, папа тоже играл в Торонто. И он приехал в кепочке папы на удачу. Но у него сразу не заладилось Торонто, травма за травмой. Постоянно лежит с переломанными коленами. А брат, у них целая семья, Фолиньо, тоже играет в НХЛ на высоком уровне, по-моему, в Миннесоте. Wild. И вот приехал у них сейчас выезд. На выезд они приехали в Монреаль. А в Монреале капитан команды японец, которых в 45-м году садили и в 43-м в тюрьму, потому что это японец просто. Николас Сузуки. Капитан Монреаль канадец. Такие сейчас нравы в Северной Америке. Из плохого. Число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes, ну, станции, потому что Блинкин постоянно у них покупает суда по 40 миллиардов долларов с грузом. И за год выросло на 15 человек количество миллиардеров в России. Со 110 до 125. Чай теплый лучше идет на голосовые связки, потому что холодная вода не так. Там спасибо за рекомендацию по этой янтарной кислоте. Средний палец опух. Вот маленькая опухоль и уже не можешь идти. Вот просто не могу идти, больно. Куплю и буду пить. Уже знаю, как пить. Даже вчера пил воду с этим, с чуть-чуть соды, содовую. Тоже вроде бы помогает. Алла Пуринов купил, тоже вживаю. Из поганого на острове Формоза, который хотят за ненасытные китайцы захватить, Тайвань, мы его знаем, был большой землетрус. Но дома качественно строят, то немного домов упало, висят как пизанские башни. Я напомню, что Зеленский и Тайваня, семья Чан Кайши, правила, они ввели военный режим, был 52 года. Только в 83 году отменили военное положение на Тайване. Вчера много смотрел передач про мое любимое озеро Кома и северные озера Италии. Всем рекомендую их посетить. Прилетаете либо в Милан, либо подешевле аэропорт до Бергамо. Садитесь на электричку, и через час вы либо в Лекко приезжаете, либо в Арену, либо в Кома город, либо уезжаете на озеро Гарда, это вправо, а влево озеро Маджоре, по-моему, да. Там шикарно. Я вчера выкладывал скрины. И хочу историю маленькую рассказать. Была такая семья Крупов,
Они оружейные производители Германии. Один из сыновей, Альфред Круп, он был гомосексуалистом, его личную переписку выложили в сеть, ну тогда в газеты. А он уже купил себе красивую виллу на Капри. Капри очень красивое место на планете Земля. Ну, рай. Там всегда революционеры жили. Вот Ульянов, который Сахарок. А у него, кстати, фамилия была не Ульянов, а Ульянин. Ихний отец был из крепостных. И жил там Максим Горький, революционер знаменитый. И там жил же Альфред Круп. И Альфред Круп не вынес этих гонений, что он гомосексуалист, и покончил жизнь самоубийством. Поэтому я всех гомосексуалистов призываю не обращать внимания на это. Это вся ерунда. Если у вас есть вилла на Капре, то живите, наслаждайте жизнью. И там рядом с виллой этого Крупа была вилла великого полководца британского и немецкого, и американского, Эйзенхауэра и Черчилля. Отель. Они заняли этот отель, и у них была южная ставка оперативного командования США. И всю войну они жили в этом прекрасном отеле на Капри. И поэтому генералиссимус Черчилль, он величайший полководец современности, я тоже бы с удовольствием бы руководился этого отеля. Мега красивое место. Там, когда выходишь с этого отеля, слева вот эти две скалы, эти, я забыл, как эти елки называются, с кроной итальянские, да. Ну, очень красиво. И там руководил боями Эйзенхауэр и Черчилль. Ну, генералы себя часто берегут, поэтому они очень далеко от линии фронта. Это такая, ну, судьба генерала и полководца. Я выкладывал скрины этого красивейшего отеля. У меня там есть подписчик, живет на Капре, может написать отдельный комментарий. Он меня, кстати, приглашал к себе. Видите, даже в маленьком ВОГе, как хорошо, есть люди порекомендуют, чем лечиться, и теперь уже есть куда приехать на Капре. Ну и обычно, если есть возможность куда-то приехать, я пользуюсь Airbnb, никого не обременять. Я в Риме вот жил как-то 20 евро в день, шикарный, там получается строительный домик, делится пополам, в парке возле Ватикана, в Сосновом. У меня была улица Прага называлась. И на этой улице Прага, ну рядом ресторанчик, и вы полдомика ты покупаешь, шикарный номер, все включено, все есть. 3 с плюсом уверены, 20 евро в сутки, да. А летел я за 12 евро из Берлина, вот это аэропорт, который закрыли. Он, как ты едешь от Франкфурта на Одере, первый аэропорт. И за 12 евро. У меня даже документы не смотрели. У меня была страничка в Фейсбуке. Он меня посмотрел на Фейсбуке, мое лицо, и все. Я вчера делал репост «Правила жизни» Уоррена Баффета. Самое интересное, прочту. Инвестируйте в себя. Ваши собственные способности, ваш самый большой актив. Я согласен с ним. Совершенствуйте коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект и этические качества. Ну, он такой скупердяй, конечно. Он вообще был очень прижимистый человек. И та жена, которая умерла от рака, она его заставила на старости лет стать меценатом. Окружите себя людьми, которые лучше вас. Но это сложно. Вот интересно, там много разных тезисов. Не поддавайте стадному чувству. Я живу с этим. Я когда увидел, что я становлюсь стадом на футболе, на стадионе, я перестал ходить на футбол. Да. В любом обществе большом ты растворяешься, ты теряешь свое «я». Не поддавайтесь ажиотажу и действуйте хладнокровно. Это очень важно. Это для меня самое главное, ну, пословица. Не бойтесь отказывать, если это не соответствует вашим целям и ценностям. Говорить «нет» – это большой талант и искусство. Сосредоточьтесь на приоритетах, не распыляйтесь на второстепенные дела. Полностью согласен. Кстати, в интернете очень тяжело, например, что-то читаешь, и есть такая
плохая привычка переходить на другой Бог. Заканчиваю на этом. Из хорошего, но для россиян это плохое, видели видео многие. У него закончились патроны, снаряды, он ранен, и он сам себе перерезает горло. Ну, идиотизм. По озеру Кома, там получается такая развилка, я приезжал в Арену и не доплыл я до виллы Бальбионелло, она чуть ниже находится. Я был в Минаджо, это там, где арестовали недалеко этого, Муссолини споймали, за перевалом Швейцария. Вилла Бальбионелло мега красивая. Что мне понравилось в этом обзоре по вилле Бальбионелло, человеку богатому, мега богатой, сеть типа АТБ марки, только в Италии. А он говорит, я не хочу заниматься бизнесом семейным, но ему досталась вилла Бальбионелло. Он путешествовал и находил всякие раскопки для музея в Италии. А потом перед смертью передал свою виллу Бальбионелло, завещал правительству Италии. И правительство Италии там проводит экскурсии. И там рядом находится его склеп, этого человека. Красивейшее место. И также я выкладывал вчера скрины, многие, есть вот это озеро Маджоре, и там находятся Баромейские острова. Баромео – это семья, которая образовала Северную Италию. Два папы римских было. Сейчас это частные острова, частные виллы, принадлежат шести красивым девочкам, молодым итальянкам, семьи Баромео. И тоже делал там экскурс. Зара возвращается в Киев. Мне главное, чтобы в Украину возвратились еще 5-6 комплексов Патриот. Зара, ну то такое. Ее можно и в интернете купить. У кого есть кошти. Я в основном кошти вытрачаю на ежу. Фанаты увервались на тренирование за Мглембе Сосновець и побили Хацкевича. Но говорят, что Хацкевич в раздевалке постоянно кричал, оскорблял футболистов. Ну, видно, те попросили этих. Не надо кричать на людей, которые выросли в западных ценностях. Они не понимают крика. Там футболисты возмущаются и говорят все в глаза главному тренеру. Да. Вот Роналдо, что он ушел с Манчестера, потому что он с Денхагом не смог работать. Денхаг не любит критики. В общем, побили Хацкевича, он уходит за Гвембе. Он вроде бы такой спокойный на интервью, но он нахватался от этого у киевского формы общения. Это ж суркис, они только с матючами говорят. А я во Воге вообще не матюкаюсь. А в телеграм-канале иногда матерюсь. Смотрел интересную передачу про кухню Турции, Фетхие. Очень красивый город. Если вы там не были, побывайте. Курорт очень красивый. И бублик у них с кунжутом называется семит. Да. И, кстати, у турков есть такие, они продают на базарах, например, синий, да, внутренности нет, а только кожура сухая. Это заготовка для того, что если вы будете делать фаршированный синий, вы покупаете эту связку, погружаете в кипяток, и синий готов для того, чтобы дальше его готовить. Смотрел немного передачу с Доротюк, есть у нас такая ведущая. Она сейчас мега проукраинская, работала с обкором СТБ в Москве, вела ватные влоги до второй фазы войны. И она говорит, что меня война многому научила. Я на крема, на маске максимум трачу в месяц 15 тысяч гривен. И я себя обмеживал во время войны. Если вы на 15 тысяч гривен тратите на крема и маски во время войны, то у вас вообще расшатанная торба. Меня заставила война стать рациональной. Чуть смотрел про Романа Абрамовича, купил квартиру любимой учительницы Путина в Израиле. Рома, да. И смотрел передачу, там три женщины в возрасте, релакантки, славянки. Ну, одна с Белоруссии, одна с России, одна еще откуда-то. И они рассказывают, что они очень популярны в возрасте в Италии, ну, много женихов. И
Рассказывали анекдот, в котором Баба Яга приехала в Италию и утром пьет просекко на центральной улице Рима. И Кощей Бессмертный идет и говорит: что ты тут старое делаешь? Это я для тебя и старая на Руси, а в Италии я чао бела. Смотрел передачу про футболиста Беллингема, Джуд Беллингем. Дортмунд, который обыграл Баварию, они постоянно продают Холланда, Беллингема, ну все за 120 миллионов. Все по 120. Они раз в год продают какого-то игрока очень дорого в суперкубы. И Джуд Беллингем, он такой: каблук мамин, я таких не понимаю. Если ты уже здоровый дядька, у тебя уже много волос, зачем ты маму с собой тягаешь везде? Тебе надо уже с тетями жить, молодыми, постарше, но не с мамой. И мама вообще никого не подпускает девок к нему и ходит за ним по пятам. Я таких чудаков не уважаю вообще. И он дружит с нашим Гунином. Его брат, кстати, тоже в Сандерленде начал играть. Более-менее успешно. Маменькины сыночки – это ужасно. Вот, кстати, в Италии много маменькиных сыночков. Хакеры, ну, у нас сейчас такое, хакеры, они наносят урон. За тот год нанесли урон мировой экономике на 8 триллионов долларов. Хакерские атаки. Вот недавно было Монобанк атаковали. У меня там денег нет, но 17 копеек. Жена не могла войти в Монобанк долго. И заканчиваю я тоже интересными новостями. 36 лет жительница Российской Федерации услышала от мужа по пьяни правду о том, что он ей изменял. Отрезала ему половой член. Да. Ну, видео видели все. Окровавленная женщина стоит. И смотрел, в общем, рисунки в России проводят. Ну, мы тоже такое раньше рисовали. А сейчас у них рисунок «Нарисуй врага России». Дети рисовали солдат армии Украины, аэробомберов. А один ребенок нарисовал рисунок «Чурка». И учительница спрашивает, кто это? Говорит, это все нацмены, которые живут в России. Россия состоит на 70% из недительной славянской нации, так называемой. И учительница поблагодарила ребенка за креативность. Я не знаю, нельзя так называть. Ну, понятно, мне было лет 15, я мог такое слово сказать. Ну, взрослый человек, учительница, как ты можешь других людей назвать чурками? Ну, чуть посмотрел матч, заканчиваю футболом. Вчера было много футбола. Брентфорд-Бормут. Хотел поболеть за нашего Ярмолюка, земляка Сверхеднепровска, 33 номер. Ну, игра была такая, никакая. Брентфорд намного ярче играл против Манчестер Юнайтеда. И, в общем, вяло-вяло. Ну, а так, в принципе, все. Всем гарного дня. Дякую за підтримку. Віримо в найкраще.